Совсем скоро в онлайн-кинотеатре «Премьер» состоится премьера сериала «Жвачка». Сюжет сериала разворачивается вокруг пары подростков. Случайно увиденный интернет-стрим сводит Галю и Рому. Она девушка из детдома, он из благополучной московской семьи. Гале кажется, что она нашла любовь всей своей жизни, а для Ромы она всего лишь очередная легкая победа. Рома готов к новым знакомствам и эмоциям, но Галя липнет к нему как жвачка. Он пойдет на любую ложь, лишь бы избавиться от нее, а Галя на любую жертву, лишь бы быть с ним. Но в один момент все зайдет слишком далеко, и легкомысленный пранк Ром превратит ее жизнь в настоящий кошмар. Главные роли в картине исполнили Дарья Балабанова, Антон Рогачев, Антон Артемьев, Ульяна Пылаева, Лев Зулькарнаев, Юлия Волкова, Кирилл Киаро, Карина Александрова и другие. Премьера сериала «Жвачка» состоится уже в октябре этого года. Точная дата выхода будет известна позже. Подписывайтесь на канал и будете в курсе всех событий о любимых сериалах.